происходит хищение песка с микрорайона 5, по-моему, называется у нас, правильно, да? Вот. Мало того, город Азарова на прошлой неделе приезжал за начальника управления МВД по краю, и один из жителей хотел обратиться к нему на прием, но на прием попал к специалистам МВД, сотрудникам МВД Назаровским, занимающихся вопросами экономической безопасности. И мы у меня проводили краткое совещание по этому вопросу. Суть вопроса в том, что действительно на протяжении длительного периода времени карьерным почти способом разрабатывались пески, намытые пески вот в этом микрорайоне. Я специалистам дал поручение, кстати, почему вопрос возник? Потому что пески разрабатывались, поймать никого не удалось, вот, но, тем не менее, не ущерб, а, собственно говоря, яма солидная образовалась. В случае, если даже и поймали бы кого-то, то предъявить ему претензии в материальном выражении не представляет возможным, потому что отсутствовал бы ущерб. Чьи это пески, как определить стоимость. А весь вопрос в это и уперся. Поэтому специалистам администрации я дал поручение изучить этот вопрос с одной целью. Поставить на баланс это имущество, оприходовать его в городскую казну, как объект, имеющий стоимостное и объемное стоимостное выражение. Поискали, посмотрели, нашли документы, подтверждающие факт передачи сельмашин этих песков, вот этого объекта, городу Назарова на баланс. Он на тот момент имел и стоимостное выражение, и объемное выражение. И там, помимо песков, там ведь еще и коммуникации проложены. Вот коммунальные. Вот. Но потом он был передан на баланс МОНКБО, и мы нашли письмо, по которому МОНКБО просила город вывести его из состава основных средств, ну, превратив его, грубо говоря, в песок, который можно использовать. Такое письмо у нас есть, и оригинал, и копия. Другой вопрос, что документов по этому вопросу мы пока не нашли. Если документов нет, и судьба его непонятна на сегодняшний день, я вот специалистам дал поручение, чтобы они этот участок выделили, определили его стоимость, ну, методами, которые сегодня используются для этих целей, и поставили на балансовый учет. На кадастровый, как правильно здесь сказать. В общем, оприходовали в казну, чтобы мы понимали, что это имущество города, и в случае, если с этого момента кого-то поймают за это, будет уже кража имущества у города Назарова со всеми вытекающими последствиями правовыми для сторон. К сожалению, у меня пока нет готового решения, как нам заполнить ту нишу, да, которая образовалась в результате вот, хищения либо его разбазаривания. Тем не менее, вот такую работу мы проводим. Мы об этом, кстати, уже давно говорим, в принципе, не один год. Я просто говорю, что мы начали эту работу, я думаю, что в этом году мы ее завершим. А дальше вместе с вами, уважаемые депутаты, будем принимать решение относительно судьбы этого участка. Потому что по генплану там строительство. Так, ну что по поводу комиссии? Вопросы мы все рассмотрели. Комиссия закончила свою работу.